Приветствую вас, дорогие друзья, во имя Господа нашего Иисуса Христа. Меня зовут Игорь Воронин. Я являюсь старшим пастором Российской Церкви Христиан Веры Евангельской по Нижегородской области. И из России, из Нижнего Новгорода я сердечно приветствую всех участников этой международной конференции для христианских лидеров CLF. Наш мир сейчас отчаянно нуждается в Евангелии. Посмотрите, что сейчас творится вокруг. Это и конфликты, войны, международная напряженность, и это пандемия, и эти вирусы, которые постоянно мутируют, и люди находятся в страхе. Евангелие Иисуса Христа – это ответ на все запросы людей, это помощь для них в любой жизненной ситуации. И послание Оксупака, оно действительно помогает всем нам, помогает всем участникам яснее доносить истинное Евангелие до людей. Поэтому приглашаю всех присоединиться к этому мероприятию, к этой конференции. И действительно желаю, чтобы ваши возможности для благовестия, они просто увеличились, умножились, чтобы вы получили вдохновение, чтобы вы получили действительно определенное обучение, как в этом мире свидетельствовать о нашем Господе Иисусе Христе, о том спасении, которое Он принес на землю. Чтобы люди избавились от страха, чтобы они получили надежду, чтобы этот мир получил надежду в милости и в любви нашего Господа. Благословляю всех участников этой конференции. Пусть Бог благословит всех спикеров, пусть Бог даст Духа Святого, чтобы действительно каждый участник он получил вдохновение, чтобы еще с большей ревностью служить нашему Господу и приводить еще множество людей к спасению в это последнее время. Аминь.